Всем привет! Я приветствую вас на съемочной площадке, где прямо у меня за спиной создается наш видеоролик. Команда для меня в первую очередь это профессионалы, которые точно знают, чем они занимаются. И в первую очередь они обожают свою профессию и вкладываются в нее на 100%. В основном в прическах, которые вы увидите на видео, будет упор на эффект мокрых волос. И он прослеживается как на кудрявые волосы, как и на более прямую текстуру. Во всех своих проектах, работа с клиентами или съемка коллекции или участие в конкурсе, я стремлюсь в первую очередь показать, насколько прическа может сильно отображать деятельность человека. Ребята, обратите внимание, как вы можете выглядеть со своей модной прической в спортивном зале, особенно когда вы спортивный. Да. Давай. Давай. Вот так. Да. Да, нет, это не так. Нет? Там вот смотри. А он туда. Смотри, вот просто близко. Вот так. Да, да, да. И как в колхозе. Ааа, да ладно. Нет. Мне кажется, можно делать уже шикарную нарезку из вот этих. Да, я чисто тупо ржу, да? Ребят, будьте оригинальными и не бойтесь смеяться.